А когда последний раз были? В начале сентября? Это оперативная съемка одного из барнаульских садовых товариществ. Потерпевшая дачница больше месяца не приходила на свой участок. Итог. Разбитые стекла, выкрученные замки, украденные вещи. Чаще всего дачными взломщиками становятся бомжи. Наибольшее количество краж это зарегистрировано у нас в крупных городах Алтайского края. Это, естественно, Барнаул, Бийск, Рубцовск и Первомайский район. На осенне-зимний период дачники опрометчиво оставляют в своих домах электроинструменты, бытовую технику, мебель, ковры. Привлекательны для взломщиков черный цветной металл, продукты питания, грабли, совочки, лопаты. В этом году самое крупное хищение произошло на сумму в 100 тысяч рублей в барнаульском садоводстве «Нектар». Через несколько дней после кражи воришек замучила совесть, и они пришли с повинной. Для кого-то кража телевизора, ну, скажем, это несчастье. А есть и люди, которые не с большим достатком, даже сами-то украли тяпки, ложки, ведра. И это тоже для человека как бы является огорчением. Поймать по горячим следам садовых преступников трудно. Как правило, хозяева замечают пропажу спустя пару месяцев, когда возвращаются на участок после зимы. В этом году было задержано 46 человек. Половина из них – рецидивисты. В ГУМВД напоминают, что защитить себя могут только сами владельцы участков. В конце осени надо вывести ценное имущество, закрыть на замок дом, баню, хозяйственные постройки. При наличии денежных средств установить сигнализацию или камеру видеонаблюдения. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости.